Так, это у нас Сатурн. Наверное, резкий случай всего так. Октября. Сейчас уменьшу яркость. Может, он почетче станет. Так, я отойду, чтобы не тряслось. 15 октября 2023 год. Да, снял я на ISO 125, но что-то не очень. Это ISO 1600. Ну, до Сатурна у меня, простите, 1 365 000 000 километров. Пошли посмотрим на Юпитер. Он от нас всего 602 миллиона километров. Рукой подать. Ближе всего он к нам будет 3 ноября. Будет он в противостоянии. И, конечно, везет нам на 3 ноября. Батуринская резня 2-3 ноября. Сандармух. Урочище. Расстреляно ведро Женя 3 ноября. Теперь еще и Юпитер подойдет ближе всего. Ту же дату. Так, вот это у нас Каллисто. Спутник Галилея Юпитера. Вот это уже Ганимед. Размером с Марс, между прочим. Опа. Это я маленько накосячил. Совсем рядышком с Юпитером. Это Ио, и сейчас слева будет, вот она, это Европа, пасет задних. Сейчас я уменьшу яркость, и может быть даже нам повезет увидеть полосы Юпитера экваториальные. Но, ну сейчас я резкость попробую. Наверное, вот это лучше всего. Сейчас. Очень быстро убегает из кадра, уменьшаю выдержку сейчас. О, нечистое небо. Не дает нам видеть все прелести Юпитера, экваториальные полосы, это такая. Не то пальто. Ну, что ж ты сделаешь, такая погода. Я, в общем-то, что сейчас и снимаю, они в противостоянии, потому что дальше обещают погоду только хуже. Давай снимем еще. Стажары. Плеяды. Семь сестер. Субару. Ладно, 15 октября 2023, небо все-таки поганенькое, снимать толку не вижу.